Ну, посмотрели, разобрали, хорошо подготовились, с ребятами поговорили, объяснили, что надо делать. Они хорошо выполнили всю установку, прекрасно отработали. Была просадка у нас, конечно, во второй партии, из-за той же неподачи, где, может быть, после первой небольшая уверенность такая в собственных силах. Просела подача, просел прием. Вот. Как только смогли достучаться до них, тренер сказал нужные слова, где-то все исправил, поддержали подачу тоже, все, и все вернулось на круги своя. Мы уверенно, кажется, даже, ну, выиграли партию, может быть, уверенно. Ну и в борьбе вот показали характер, в концовочке дожали соперника. Сегодня, как сказать, все случилось по разбору, по аналитике. Все же есть же статистики, аналитики, да. Сегодня был проведен разбор, и по нему все случилось. Сургут, скажем так, не смог нас удивить. А мы сыграли в этом плане более стабильно, предсказуемо. То есть по счету видно, что все предсказуемо.